Мишку женю на ней. Чтобы честный князь Пермский был. Может, я не человек? А кто ж? Это просто сказки. Послушай, Мишка, теперь ты князь. И человек. Жду в Галамии. Окупишь душу христианскую. Женись. Прошу тебя, любимый. За тобой придет беда, не ходи за камень. Не будет. Зачем ты пошел за камень? Зачем принес беду? Я убью их всех. Сотру их города. Пламя принадлежит мне. Пусти меня! На князя Михаила! Не играй с лихом, зальет твою парму кровью. Парме все равно, кто прав, кто виноват. Парме нужен тот, кто ее защитит. За что я душу продал? За любовь? И где она?